Легкость натуры, умение сглаживать острые углы отношений, опасаться стать рабом волевого партнера. Подсознательно звук «Е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. У обладателя согласной «Л» в имени тяга к телесному комфорту может отодвинуть в тень все другие виды душевных порывов. Звук «Л» дает людям любовь ко всему красивому, они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. Буква «О» таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Буква «Е» считается символом естественности и гибкости. В любви часто капризны и нуждаются в человеке, способном управлять отношениями и принимать противоречивый характер партнера. Буква «Ф» в этом имени дает человеку брезгливость и недовольство. Буква «Д» в этом имени не со всеми звуками удачно сочетается и вызывает в сознании настороженность, что приводит к сложностям во взаимоотношениях. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. У этих людей может проявиться потребность блистать, быть центром внимания. Кроме того, звук «Е» придает обаяние и простоту. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Эти люди довольно открыты, но в то же время бывают переменчивы. Однако в работе проявляют незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Очень часто человек с буквой «Р» в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Владельцы этого имени способны идти к своей цели, невзирая на препятствия и трудности, однако уязвимы и чрезвычайно зависимы от мнений близких людей. Часто люди с гласной «О» склонны к консервативному образу мыслей и принципиальность сковывает их возможности. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Значение буквы «Ф» говорит о потребности быть первым, блистать в высшем обществе, пользоваться всеми жизненными благами, всегда быть в центре внимания, но противоречивость характера мешает простодушному обладателю имени с буквой «Ф» осуществить и половину задуманного. Способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Владельцы этого имени всегда готовы помочь, но иногда бывают капризны. Некоторая отрешенность и неуверенность – заключенной буквы «И» мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Буква «Ж» придает людям стремление к значимости и придает страстности. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. Люди, в имени которых есть мягкий знак, обладают редким талантом избегать ссор и конфликтов. Часто они вообще не имеют врагов или недоброжелателей. Даже в самый уравновешенный характер мягкий знак в этом имени вселяет элемент неуверенности. Это имя с буквой «Ж» означает, что владельцы имени цепляются за жизнь в прямом смысле этого слова и, поддавшись порыву, плывут дальше за жизнью, не разбирая дороги. В связи с этим им очень легко потерять приобретенные, но на жизнь они не жалуются, а живут так, как получается. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.